Меня зовут Алексей Ницца, и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу о 1.2.3D дизайн от Autodesk, бесплатном приложении для простого создания 3D-моделей, которые также подойдут для самых новых 3D-принтеров. На сайте 1.2.3D Design можно скачать приложение для Windows или macOS, а также для iPad. Здесь же есть библиотека моделей других пользователей, которые можно свободно скачать, а также полный раздел с подробными видеоуроками. Я скачаю приложение для своего компьютера и установлю его. Так выглядит интерфейс приложения. Есть трехмерная зона и набор интуитивных инструментов для создания любых объектов из примитивов, трехмерных геометрических фигур. Каждую фигуру можно растягивать и изменять, а также объединять несколько тел между собой. Здесь есть огромное пространство для воображения. Теперь скачаем какую-нибудь 3D-модель другого пользователя из библиотеки. Для этого нужно авторизоваться через свою учетную запись или аккаунт в Facebook. Если у вас уже есть аккаунт в Autodesk, то можно связать эти аккаунты вместе. Теперь, перейдя в раздел моего аккаунта и нажав More, я попадаю в свой профиль на сайте, откуда можно перейти в библиотеку 3D-моделей. Открою одну из них и скачаю на свой компьютер. Теперь эту модель робота можно открыть из приложения, заранее распаковав архивированный файл модели. Теперь эту модель можно изменить по своему усмотрению, дополнить и сохранить изменения в своем проекте. Также можно сохранить ее для распечатки в 3D-принтере. Таким образом, приложение 1.2.3D Design дает возможность быстро и просто создавать трехмерные модели любой сложности, использовать и изменять существующие модели других пользователей, сохранять их для последующего использования и печать на 3D-принтере.